Терамобил. Нефтекамск. Янаульская, 1А. Телефон 236-88. Не представились. Ни удостоверения, ничего не сказали. Сказали, поедешь с нами. Все объясним. Тут же на улице одели мне на голову шапку, чтобы я не видел. И сверху пакет. И получается, похитили меня со своего двора. Житель Нефтекамска обвинил несколько сотрудников полиции в похищении и пытках. По версии Следственного комитета, в свой профессиональный праздник 10 ноября прошлого года Эльвир Сагитов, находясь в нетрезвом состоянии, организовал истязание Венера Мардамшина в расчете получить от него признательные показания в похищении нефтекамской предпринимательницы Фирузы Насыровой, которое было совершено еще в 2015 году. Признательных показаний он не дал. К потерпевшему, по его словам, были применены дубинка и электрошокер. Его подвязывали за руки между столами и держали в этом положении несколько часов. Затянули веревкой между, через плечи к наручникам и сильно подтянули. В таком положении меня начали бить дубинками и электрошокером. По голове, по ногам, по рукам. В Следственном комитете пока сообщили о привлечении в качестве обвиняемого только начальника уголовного розыска. Срок ареста полицейского продлен до 12 апреля. Напомним, в конце декабря ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. Лилия Гарифуллина, Ильшат Исламов. Время новостей.